Здравствуйте, дорогие участники! Сегодня хотелось бы вас посвятить в новую тему, в новый творческий курс, который состоится у нас с 19 января. Курс у нас называется «Написание Серафимы Дивеевской иконы Пресвятой Богородицы Умиления». Каждый творческий курс, он расписан не просто так, естественно, в расписании он выставлен согласно датам, которые обозначила Хамилия, в которых будет ресурсная подача, где самые активные эгрегорные подачи работают именно в определении календарного дня. И, соответственно, 19 января, как вы все знаете, это праздник Крещения, и в эту дату назначено именно начало данного курса. И хотелось бы пробежаться по вопросам, более глубоко вам пояснить, в чем же суть данного курса, данных творческих процессов, для чего они даны и почему именно в эту дату. Итак, для чего же выдан курс иконописный, в чем его суть и польза? Бихмасанти Мижжукур Бошукот. Я вас всех приветствую. Действительно, система активности формы работы на сегодня в творчестве выявляет максимально качественные ресурсные показатели. Редах Масанти Мижжукур Машерпата. И тем более, связывая с эгрегором православия, Бижжукур Мошеркот. Естественно, процесс качественных форм глубины созидательных основ Михмаш Машхата имеет колоссальное значение для каждого. Сотвори себя и сотвори мир. Есть такое используемое выражение в состоянии человечества в основе. И когда вы начинаете творить и созидать, вы меняете структурную свою форму поля. Меняете свою осознанность, поточное состояние. Меняете свои эмоциональные, физические формы. Потому что система дает возможность выйти на тонкие поля, на тонкие энергии, сотворить новые формы. Лидах Масанти Мижжукур Мошеркот. И если говорить о данном курсе, почему он возник именно в эти даты, в эти режимные временные состояния, Бихмасар Машерпат, Духтузгоды. Вы все знаете о том, что 19 января это крещение, это то состояние систем, которое человек проходит в энергополях через эгрегор православия для того, чтобы очистить свои структурные состояния и тела, и сознания. Бихмаша Машерпата, в том числе эмоциональное состояние, бижику Машерпата, вывести нам более качественные структурные работы, и в это празднование подаются качественные энергоформы. Дима Сантимишкра Машхана, форма очищения, насколько оно велико и значимо для человечества, Бихмашерпата, потому как человек засоряет себя энергетически, физически, проходят различные энергообменные формы, естественно, требуют форм тонких энергий Бихмаша Машерпата для того, чтобы очистить свои поля и, соответственно, созидать новые формы качественных основ. Ледах Масанти Мижерпата. И данный курс, с учетом того, что православный эгрегор будет работать активно на форму созидания, Бихмаса Мада, Богородица будет активно в системе времени этих полей, Димаса Машербошхурбота, и она будет подавать тонкие энергии на качественный сонастрой. Поэтому этот курс возник именно в этом поле времени. Ледах Масанти Мижжукур Машхата. Этот курс предназначен абсолютно для каждого, от мала до велика. Бих Мошерпота по возрастным критериям в основе. Дима Санти Мижжукур Бо Санти Мижжукур Машермада. Суть и польза данного инструмента, данного написания иконы умиления Бих Маши Машкан в виде проявленной формы Богородицы Бих Мошеркот несет за собой качественные, максимально ресурсные формы. Дима Саха Машкан. Ведь как раз эта форма системы данного Бижжукур Мошеркота активного поля, именно умиления как формы проявленной Богородицы, несет за собой Бихмасанти Мижжукур Машхурбота, активизацию форм программ разных источников, особенно по женским структурным формам. Бихмаса Машкана, чего бы ни касались в состоянии системы активности форм работ, Миша Машкана программ, финансов, Мужукурботы, системы семейных благополучий в поле, Бихмашкан здоровья, Бихмасанти Мижерпат. Эта форма системы инструмента дает возможность активизацию пронести на качественных полях. Ледах Масанти Мижкан, особенно женщинам, благо Бижжукур Мошеркот, потому что женщины могут с запросом по формированию задач с этим инструментом активно поработать, Михмасанти Мижкрбат, усилить свои формы задач в исполнении Бижжукур Мошеркот, активизировать формы сонастроек разных уровней программ, связанных с матричными программами женских
партнерских форм. Лидах масса теми же кромоша работы. Семейный обиход, партнерство, бихмаша машарбаш харбат. Вообще любые благи, дуже кромоша работы, все, что называется матричной программой, усилить за счет этой формы работы. Лидах масса хана. Инструмент будете создавать сами. Бихмаса теми же карбат. Естественно, инструмент, который в матрице работает по всем полям. Бихмаша рбата. Соответственно, те задачи, которые вы будете закладывать, те системы будут активны в сонастройке. Вижу Машхада. Во время творения вы будете созидать формы сонастройки своего инструмента, который будет помогать вам в житие, в определении поля. Дима сантимижа Крамашхада. Именно в эту дату система положит начало бижу Крамашурбота для того, чтобы качественно, активно провести энергоформы, заложить энергофизический материал в состоянии сонастройки этого инструмента и создать его для себя. Дима сантимижа Крабата. Естественно, несет колоссально возможные творческие состояния, которые приведут к инструменту, к выработке форм Дима сантимижа Крабата и будут вести вас дальше на пути. Это ваш инструмент, который вы создаете сами. Ледах масса сантимижа Рабоч Хурмош Рукорбота. И, конечно же, эгрегоры православия, они работают. Естественно, вы можете купить иконы, вы можете приобрести их в форме, в виде дарования, бихмас рабат. Но когда вы создаете самостоятельно, обеспечиваете свои энергоформы в состоянии обменного поля, в инструменте, в работе, в активизации формы, думаши машхад, естественно, приносит максимально качественные плоды. Ледах масса индимеш рапотах, мита масса армада. Поэтому, если говорить о том, насколько эта форма актуальна, необходима бихмаша машарбата, вы выходите в новое время, и святые вам, как учителя, активно помогают. И форма, проявленность именно Богородицы, бижу Крамаш Хурбота, в форме умиления, как в форме основы бихмасхана для качественных созиданий, для тех программ, которые на сегодня актуальны и входят в новые формы работы, бихмас рамашхад. Это будет самым активным и качественным инструментом для того, чтобы вести вас по пути. Ведь Богородица Дима Сантимижербата, она везде вас сопровождает, она везде, в каждой семье является участником. И форма системы проявленности именно в умилении, как формы проявления иконы, бижу Машарбота, это будет активным инструментом для качественных работ по всем программным кодам. Бихмасхана, семья, даже круботы партнерства, любовь, материнство, отцовство, любые формы, оно имеет обеспечение. Ледах масса антимижурмаша жукурмоша жукоды, бихмас армашакады. Почему именно крещение как форма состояния бихмас антимижикана именно 19 января в активизацию приносит этот инструмент? И почему бижукурмоша жукоды? Мы решили через кодовые носители вывести активность этих форм работы. Бихмас антимижикана. Во-первых, празднование эгрегор православия. Димас антимижикурба – сама форма очищения. И на базе системы очищения восстановить структурные формы, качественное состояние, создать свой инструмент бихмашер. Это достаточно колоссальные возможные ресурсные состояния, которые помогут каждому из вас. Михмаш и Машхарбат. Мало того, что вы в крещении очищаетесь, вы получите кодовые носители, которые очищение приносят вам. Бихмас антимижикромашхарбат. Также вы получите систему сонастройки на качественные показатели, связанные с инструментом, с Божьей Матерью. Лидых Маша Жукурмушхона, который дает возможность активизировать все любые матричные программы в истоке. Бихмас Арбат отвечает за многие задачи, за все практически на земле. Дима сантимижа Крамашхода. Вы сможете составить на базе этих тонких энергий, которые подаются на землю именно в крещение, в активную форму работы, привести любую задачу в состояние сонастроек и бихмашрбата, активизировать эти формы состояний максимально важными для вас. Дима сантимижа Крамаши, Жукрамаши, Жукоды, Митамасрбата. И если говорить о связи, как с иконой на празднование бижикрбот, какая связь взаимодействия с крещением, естественно, Богородица имеет важную роль в состоянии крещение, бижу Маши Машерпата, она ведущий куратор эгрегора православия, естественно, сопровождает все формы энергии бихмасар машарбата и усиливает все параметры состояния программ на гае. Ледах масса антимежикада и форма, выявленная именно этого инструмента, бижикру машарбата, дает возможность работать по всем программным обеспечениям, особенно в такую замечательную дату. Ледах масса антимежикру машарбата, бихмасар антимежикру машарбата, хрумос сантимеда. Какие вы можете выстроить через этот инструмент взаимодействие в активе? Абсолютно с любыми. Бихмасар антимежикру можете эту икону содержать на любые задачи. Межикарбата, вы создаете свой инструмент творения, который помогает вам в определении качественной сонастройки. Ту энергию Дима Сантимежикурмошхона, которую получили в состоянии системы празднования, сонастроили с физической энергетической оболочкой, естественно, вы закладываете как в инструмент, как в качественный показатель своей работы. Бихма Сантимежикан, вы творите этот инструмент, вы его создаете на базе своих энергополей. Линдахмашхан, на базе полей, которые будут выданы в тон
тонком состоянии, в тонком бихмашин машурботы провождении, в состоянии празднования в коде. Алихмасан Димашкана. И процесс энергии в сонастройке, естественно, дает максимально качественный результат. Во-первых, крещение как празднование, Грегор полноценно, активно, качественно, глубоко работает. Лимашкана в форме очищения. И во-вторых, когда вы создаете инструмент Михмашрпата, естественно, на форме очищения возникают новые формы созданных энергий, которые дают вам возможные качественные плоды. На дальнейший период времени бижакрубота является постоянной формой основой. Литых массандимиши жукуры, мотомиссима шарпада. Поля взаимодействия здесь абсолютно разные. То есть здесь очень важно понимать, что Богородица в ответе за все. Бижакрмада, она курирует абсолютно все системы. И в зависимости от ваши сонастройки в эти временные годы, от вашей синергии, от вашей поточности, от вложенности в этот инструмент своих энергофизических форм, естественно, зависит многое. Бихмас Антимижикан, какие вы энергии закладываете, в каком состоянии, в каком поточном созидательном обиходе вы имеете свои бижгурмашрукоды, направленные исходы в состоянии творения. Естественно, это несет колоссальный результат. Ледах масса индимижирбошелботы. При этом будут выдаваться, естественно, индивидуальные коды. Дима Сармашкан, еще раз прошу заметить, что это будут индивидуальные коды, которые создадутся вам уже в состоянии постоянного потока бихмаш машрапату. То есть этот код через этот инструмент позволяет максимально качественно выработать все энергии формат программ, которые вы будете закладывать в состояние стока бихмаш антимижигарбат. В этом творении вы сможете создать любые формы задач на созидательной основе бихмаш машрапат жукургота для того, чтобы активизировать любые формы, которые на сегодня для вас актуальны. Дима сантимижикан. И, соответственно, в процессе времени поддерживать эти поля. Лидах машкан за счет базовой структурной энергии, которую вы создадите именно в крещении бижакрумота, за счет этого инструмента физическо-энергетической формы, который позволяет вам активизировать эту форму работы и этим инструментом и воспользоваться всю жизнь. Бихмаш машурбошхода, потому что коды не изменены. Бихмаш антимижакрумада, они уже постоянно формы. И форма системы димжакрумота иконы умиления несет различные формирования базовых задач по состоянию душакрумошурбота, определяет энергию в качественный поток в разные формы. Лидах масса антимижикана. Каждый из вас может заложить задачи бижакрумашрапота пополнения, активизации форм через источник системы эгрегора православия, через Богородицу, через данный инструмент в истоке. Бихмас антимижикрумашакада. Если глобально посмотреть, это качественный, максимально важный, нужный инструмент, который помогает вам именно в пути дожикрумашрапоты, как обменная боли, как инструмент качественной работы, познать этот мир. Лидах масса антимижикрумашрапата. Естественно, каждому человеку дается определенное количество вибраций на день. Бихмас антимижикрумашрапата. Но с учетом того, что вы эмоциональные существа, что вы эту энергию тратите на различные формы событий и программ, которые в течение дня используете, и бихмас антимижикрумашрапата. Естественно, каждое формирование имеет свой износ. Но когда вы формируете такие творческие инструменты, бихмашрапата, еще при этом приводя эгрегор православия в активную форму созидательных основ, сонастройку, естественно, это дает возможность максимально качественно бихмаш машрабата определять состояние системы тонких энергий, которые будут работать только для вас, которые поведут вас на пути бихмашикана. Тот инструмент, который вы создаете, естественно, даст вам возможность активно, качественно пройти эту жизнь. Лихмаш антимижикан, потому что внешние носители, они создают дополнительные ресурсы. Михмаш машрабаш уже курбушходы. И за счет внешних носителей, за счет своей работы в практиках, в творении бихмаш машрабата, в энергообменном физическом состоянии, вы, естественно, приобретаете новые стати. Лихмаш антимижикур, бусантумушукоды. И каждая форма, система инструмента, которая заложена вам на пути, Дима Санмашкан, это ваш помощник. Алида Хмаса Машкан, помощник для того, чтобы более качественно, ресурсно пройти этот путь, чтобы созидательные основы составляли бижакрумоты, те инструменты, которые заложены в вашем опыте, в событии, во времени, естественно, они заложены в пути. Бихмаша Башхабата. И коль душа выбирает опыт, кому прийти помолиться, бижакрумоты, кому душа зовет, Алида Хмаса Мадах, тут тоже коды, какие инструменты создать, какие практики использовать, какие знания приобрести. Это все заложенные события. Бихмас антимижирпата. И душа через эти внешние носители естественным образом помогает вам активизацию понести, бижакрумашрапоты, составить качественную форму жизни через разные источники. Лидахмас антимижикрумат. Направить вас в синергию, в сонастройку для того, чтобы получить максимально качественный результат. И это одна из форм инструментов, глубокая, качественная, максимально доступная каждому. Бихмашикан, потому что Богородица абсолютно определена в каждой семье.
Vision Ваш Хорватов, в каждой душе имеет доступ в системе магическо-активных программ, потому что это основной куратор эгрегора православия, эгрегора вероисповедания в разной проявленности. Поэтому используйте этот инструмент. Это действительно очень важно на сегодняшнее время, Бихмашкан, потому что на сегодня вы входите в новые программы Лидахмасантамашкана. Здесь нужна сила, мощь, активизация этих форм, раскрытие этих программ. Бижурбушхой работа, распактировка, на это нужны энергия, на это нужны тонкие потоки, которые дают возможность сорганизовать эту работу. Бихмасамашрбата. У многих есть задачи по настройке на активизацию, то есть есть желание. Есть бижамашамашхарбатхада, какая-то миссия, душгурмош работа на земле, и через мыслеформу, естественно, у вас есть эти источники сонастроек, которые подаются в постоянной форме. На это нужен ресурс, михмашамашхарбатхарбат. Ресурс, который в ежедневной форме подается, он дается на обеспечение ежесуточных программ. Лидахмасантимишгурмашхарбат. За счет внешних носителей вы приобретаете более глубокие формы сонастроек, проходите эту жизнь и, соответственно, создаете себе качество. Михмашамашхармашхад. Чем больше вы применяете этих форм инструментов, чем больше вы активизируете их состояние, естественно, тем успешнее будет и качественно ваша жизнь в состоянии этих программ. Лидахмасантимишгурмада. Всем успешного прохождения Бижгурмашкода. Я обязательно буду активно участником, быть проводником форм кодов, энергии Бихмасантимишгурмада для того, чтобы активизацию принести максимально важный именно в этот день, благий день, ресурсный день. Бижгурмашрбосахмишгурмадхарбасахурбода. Возможно, Богородица поучаствует в этих формах сонастройки. Она достаточно активно ведет сейчас поле по состоянию новых программ. Лидахмасантимишгурмашрбата. Поэтому обязательно возьмите эту форму, у кого есть отзыв, михмасантимишгурмашрбата. Активизируйте формы максимально качественных инструментов, сегодня подающих вам бихмасантимишгурмашрбата, и усиливайте свою качественную ресурсную работу в этой жизни. Лидахмасаханарибасажукода. Я вам желаю всех благ, быть эффективно сонастроенными. Лидахмасамада. Здоровья вам и качественной благодати. Ну вот такие вот пожелания интересные, приятные. Поэтому всех ожидаю на курсе. Курс состоится у нас с Еленой Петрушиной проводником. Также по творчеству она проводник физического состояния. Я буду, естественно, коды выдавать, информацию давать. И дальше мы с вами проходим опыт, создаем свои инструменты, которые на всей жизни, на протяжении всей жизни будут ресурсными для нас. Поэтому до новых встреч!